Мы к отцу Афанасию лично на молитву об исцелении. Так отец Афанасий перед праздником никого не принимает. Я вас прошу, пожалуйста, помогите. Она не может забеременеть, мы все перепробовали. Идите на праздник или приехали. Отец Афанасий там будет. Слушайте его. Никто на земле не любит вас так, как люблю вас я, и на небе так, как любит вас Бог. И расцвела сухая смоковница от прикосновения его и дала плоды. Рожать сюда приедешь, ослушаешься, потеряешь ребенка. Ну как это, если это не чудо, а? Мы будем там рожать. Как я могу его не послушать? Мы здесь! Ты ей сейчас не помощник. Где моя жена? Ты привез ее сюда, и пока она здесь, я за нее отвечаю. Я вам не верю. Пора домой. Я хочу здесь остаться. Неужели ты не понимаешь, что они промыли тебе мозги? Я верю, что он святой. Это все часть Божьего плана. Я здесь все исходил. Я отсюда за ними наблюдаю. Они ее держат где-то. Зачем им держать твою дочь? А зачем им держать твою жену и ребенка? Я видел, женщин куда-то ночью вывозят. Если мне сейчас же не приведут сюда мою жену и ребенка, я проткну ему горло! У него крыша поехала. Вера! Отец Афанасий святой демон! Да у тебя нет выхода. Мы с вами станем свидетелями истинного чуда Божия! Все же будет хорошо.